Ван Гог, Рембрандт и Пикассо. Картины даже Рафаэля, Мадонны «Дивное лицо» вмещала эта галерея. Хозяева, отец и сын так часто восхищались ею. Коллекцию таких картин никто на свете не имеет. Но в ту страну пришла война. И сын отправился на службу, его она навеки забрала. И он погиб, спасая дружбу. Он друга спас из-под огня, но догнала шальная пуля. Не пожалел в тот миг себя, погиб, спасая и рискуя. Когда отец о том узнал, глубокой скорби он предался. Пропало все, о чем мечтал, все, что любил, все, в чем нуждался. Немного времени прошло, отец смирился с смертью сына. Однажды вечером в окно военный постучал мужчина. Сказал отцу, что он солдат, и жизнью он обязан сыну, пришел сейчас, чтобы подарить картину. Из сумки полотно достал и бережно его расправил. Старик на нем глаза узнал, его сынок смотрел устало. Да, это был простой портрет, но для отца он всех дороже. На нем ведь сыну 20 лет, и нет его, и быть не может. Потом всегда, когда гостям показывал свои картины, сначала приводил их сам к портрету сына над камином. Совсем немного лет прошло, он умер горем тем отравлен. Тогда известно стало всем, что большой аукцион объявлен. На торг пришло много людей, хотя бы просто посмотреть картины. На обозрение богачей представлен первым портрет сына. Удар раздался молотка, и голос аукциониста: «Предложит кто-то цену, а? $100, а может 300?» Но тишина была в ответ. Лишь кто-то выкрикнул полсилы: «За сына предложений нет! Давай другие нам картины!» Но тот все время продолжал: «Кто возьмет сына? Сын, берите!» Но сына так никто не брал, лишь злые крики: «Уберите!» Но в заднем, наконец, ряду отца садовник отозвался: «За $10 возьму, ведь больше нет, он всем сознался. Прекрасно, 10, кто еще? Но кто-то 20 предложите. Ну неужели это все?» В ответ лишь крики: «Уберите!» 1, 2, 3 раздалось вдруг. «Все, продано!» — слова звучали. И молотка упрямый стук негромко по столу ударил. «Коллекции переходите!» — все люди радостно шумели. «Садовник, сына забери!» — с насмешкой на него смотрели. Но тут вдруг аукционист взял молоток, вернул на полку, потом достал какой-то лист, сказав слова, всех сбивший с толку: «Прошу прощения, господа, аукцион уже окончен». Вот завещание отца, все слушая, сидели молча. «Когда сюда был приглашен, одно условие мне дали. На этот вот аукцион портрет лишь сына наставляли. Сказать хочу одно, что тот, кто купит ту картину, получит вмиг именье все, получит все, принявший сына. Сам сына своего Господь отдал на смерть, так нас спасая, чтоб каждый верующий смог спастись, Иисуса прославляя. Дает нам Бог давно совет: кто возьмет сына, сын, возьмите. А мы твердим упрямо: нет. А мы твердим: нет, уберите. Прими Иисуса навсегда, как тот садовник ту картину, ведь Бог нам обещал всегда: получит все, принявший сына».